Привет, друзья! Мое путешествие начинается сейчас. Every time I try to walk away, I couldn't make it through another day. And the tension seems being up in a field battle. I was trying to make it on my own, my way. You were knocking on the door that I've been looking for. It was right in front of me. I was lost, but now I'm free. And I was blind, but now I see that you're alive. Привет, друзья! Первое, что я хочу сказать, так это то, что в моей жизни, на моем опыте еще такой длинной и утомительной дороги в Европу не было. Поезд в 17 часов, затем два авиарейса и трансфер всю ночь на автобусе до места назначения. Чтобы вы понимали, выехал я из дома в среду вечером, а поднялся на борт круизного лайнера в субботу утром. Второе, это то, что я должен работать вокалистом в театре на борту круизного лайнера MSC Magnifica. Но он сейчас находится на Мальте в драйдоке, а я нахожусь в Италии, в городе Бриндиси, на борту круизного лайнера MSC Splendida. Якобы сказали, что через 8 дней наши корабли должны пересечься в одном порту, и я перейду на свой корабль. Третье, это то, что с сегодняшнего дня у меня начинается 14-дневный карантин. Ну и самое неприятное, я зашел в кабину, и первая мысль у меня была, первое желание, это принять душ, сходить в туалет, ну как, все как полагается. Но нет воды. И уже воды нет 2 часа. В общем, сюрпризы за сюрпризами. Но как мы знаем, что перед восходом всегда закат. Поэтому все будет хорошо. It's gonna be alright. А вот и мой завтрак подоспел. Сегодня третий день моего карантина на борту круизного лайнера MSC Splendida. Вкратце расскажу вам об этом судне. Компания MSC инвестировала в него 550 миллионов долларов. Спущено на воду оно было в июле 2008 года, а первый круиз уже состоялся в июле 2009. Вес судна 137 тысяч тонн. Его длина 333 метра, ширина 38 метров, высота 67 метров. Количество колод, это этажи, 18. Из них 13 пассажирских палуб. Скорость 21 узел, 39 км в час. Вместимость 3900 пассажиров и экипажа 1313 человек. Количество лифтов на борту 15. Теперь вы можете себе представить, какого размера эта посудина. А сейчас я сделаю для вас небольшой обзор своей кабины. Экземпляр чуть постарше, чем это судно. Его вынули из утробы матери в 1981 году. В принципе, неплохо сохранился. Цвет волос блондин. Ладно, поехали дальше. Снова 39-летний экземпляр.
допотопный телевизор. Ну и самое главное, это вид из окна. Выглядит кабина с балкона. А так выглядит балкон из кабины. Шикарный вид. Good morning. Coffee? Yeah, coffee milk. But without milk. This time, yes, without. I will try. Димон, доброе утро. Thank you. Yeah, I will take. Thank you. Все, позже увидимся на балконе? Хорошо, давай. Всем доброе утро. Покажу вам мой завтрак. Два круассана и омлет, кофе, булочка. Итак, друзья, это был небольшой обзор корабля и кабины, где я прохожу карантин. Дальше будет интересней. До встречи. Пока. It's gonna be alright.